Отслеживая рынок недвижимости и следя за новостями, я часто вижу, что в криминальных новостях постоянно мелькают какие-то мошеннические действия в сфере недвижимости. Но я ни разу не слышал и не видел, чтобы какая-то из крупных компаний попала в сводки криминальных новостей. Это говорит лишь о том, что крупная юридическая компания, которая занимается недвижимостью, дорожит своей репутацией. Запомните это. Продавая или покупая объект недвижимости, помните, что скупой платит дважды. Вы рискуете миллионами. Лучше не пожалеть денег и обратиться к нормальной юридической компании, которая займется продажей вашей недвижимости, чем потом попасть в сводки криминальных новостей и остаться без квартиры. Берегите себя.